Сегодня я стал помощником крысы, ну и помимо того, что я научился издавать различные звуки, я получил несколько невероятных способностей. Одна из них заключается в том, что я могу незаметно проникать в чужие инвентари. Но получится ли у меня объяснить, чего я хочу? Ведь главная проблема заключается в том, что меня абсолютно никто не слышит. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, как вы можете заметить, прямо сейчас я нахожусь у себя дома. А все почему? А потому что я сварил крысиное зелье. И при помощи этого зелья я смогу превратиться в самую настоящую и самую миленькую и маленькую крыску. Но прежде чем я выпью это зелье, я напомню, что у Фласочки недавно был день рождения. Именно поэтому я сейчас пойду к ней в гости и спрошу, хочет ли она кое-какой подарочек. Вот, Фласочка, привет, привет, открывай дверь. И видишь у меня? Ну куда? Валера, ты надоел в мою хату уже входить? Входи, Скретчи, входи. Что такое? Видишь, даже жители входят. Тебе тем более можно. Обалдежненько. Короче, я тут вспомнил, что у тебя недавно был день рождения, а я тебе в Майнкрафте ничего толком не подарил. Поэтому у меня есть к тебе предложение. Ты что делаешь? Да я, в принципе, не удивилась, что ты мне ничего не подарил. Я просто не знала, что... Вот так вот ты меня любишь. Че? Я в жизни-то подарил, а вот в Майнкрафте нет. Ну ладно, ладно. Но Майнкрафт — это совсем другое, понимаешь? Короче, смотри, я решил подарить тебе домашнего питомца в Майнкрафте. Это... О. Киса! Киса! А кто? Это самая-самая... Собачка! Не собачка? Не-не, это самая миленькая крыска на самом диком западе. О, крыса, ну вообще, наверное, прикольненько. Только есть один у них минус. Они едят только сыр. Да не, крыс можно вообще чем угодно кормить. Они всеядные практически. Ну, кстати, да, вот я недавно гуглила этот вопрос. Там так и было написано. Они едят вообще все. Могут даже человека съесть, если хотят. Фу. Короче, маленькая, миленькая крыска. Все, ты хочешь ее? Я скоро принесу. Она будет ждать тебя под дверью. Под дверью? Так зачем под дверью? Ё-моё, возьми, постучись, войди и вручи мне ее. Зачем под дверью-то бедную крыску оставлять, если она убежит? Да не убежит, она такая уже дрессированная. Короче, да и мне просто убегать надо, поэтому вот, все, иди домой и жди. Давай, удачи, Скретч, давай, пока. Давай, пока, Флачка. Ну и чё ты стоишь-то? Погоди, очень важную вещь забыла. Ща. Где-то тут она у меня была. Опа! Так я домой пока что иду. А что будешь делать там? А, мне нужно вещи взять для похода на дракона. А крысу? А, скоро будет. Все, иди домой и жди. Ладно, давай. Так, что-то Фласка подозревает меня. Давайте-ка мы сделаем вид, что мы копашимся в сундуке. Ты что палишь на меня? Так, Фласка, а ну-ка, хватит за мной следить. Все, я забираю вещи свои и иду. Куда? В поход? А я хочу с тобой, я с тобой. Но ты можешь пойти со мной, только тогда подарок ты не получишь. А при чем тут дракон и моя крыса? Но я по итогу не на дракона, у меня не хватает ресурсов, я в шахту пойду. Подозрительно! Ладно, меня ждет аниме. Ага. Прощай. Давай, ой, факела забыл. Так, ты что напылит постоянно? Подозрительно! Так, ладно, все. Слава богу, она ушла. Все, ребят, я могу со спокойной душой выпить крысиное зелье. Я стал вот этой маленькой. Просто посмотрите, насколько малышнявой крыской. Только теперь я дверь не могу открывать. Только есть проблема, я теперь в дверь не могу выйти. Так, где там Фласка? Следит. Надеюсь, она меня не увидела. Нужно прогрызть вот эту дырочку тогда. И сейчас мы к ней пойдем. Блин, она все палит. Все там палит. Так, давайте проверим. Ага, вроде нас тут не видно. Мы в мертвой зоне. И давайте-ка мы обойдем ее домик с другой стороны и начнем ей пищать под дверь. Куда она пошла? Почему она пошла ко мне? Так, я не понял, Скретчи, ты сколько тут был? Это что за дырка? Это что за дырка? Скретчи похитили, Скретчи похитили, Скретчи похитили, Скретчи похитили, общий сбор, Скретчи похитили, мужики! Не похищали меня. Кстати, я маленькая крыска, которая умеет жрать блоки, залазить в инвентарь, а еще меня можно кормить, и тогда я вырасту. А я постою и помещу. Где Фласка? А, колокольчик бьет. Я буду ждать ее возле дома, как и сказал. Все, я сижу и жду. Я маленький-миленький крыс. Общий сбор, Скретч! О! Зачем она колокольчик с собой принесла? А что ты такая маленькая крыса?
крыс, что ты какая-то сишка. Я понял, Скретчик сделал мне подарок. А почему ты без клетки? Я умная дрессированная крыса, просто еще очень маленькая по размеру, потому что не вырос. Сидеть. На задние лапы. Куда на задние лапы? Я не умею. Давайте ей покажем. Прыгай. Бутылочку покажем. Ляжи. О, он мне, эта крысючка показывает мне бутылек. Ты пить хочешь? Так, сейчас я тебе дам попить. Покорми. Куда пить? Меня нужно покормить, чтобы я вырос. О, это что? Напей, мой маленький друг. Ты хочешь пить? Куда? Ну, давайте выпьем. Так уж и быть. Оба. Спасибо за водичку. Забирайте свою бутылочку. Покормите. Нужно ей показать, что я голодный. Давайте будем пищать в печку. Уйди, моя крыса. А он где? Да. Покормите надо меня. Надо тебе показать Скретч, он наверняка тебя не видел. Иди сам. В смысле не видел? Типа я ее подарил. В смысле? Я как я мог не видеть? Да ешки-матрешки, но я хочу пожрать. Я тебе рассказываю, Скретчик мой самый лучший друг. Вообще, по идее, он тебя подарил, но я вот попычую, он тебя не видел. Скретчик! Открывай, я сама войду, если не открываешь. Он опять куда-то про... О, тортик, смотри, крысючка моя маленькая. Он для тебя тортик оставил, свечку мы забери. Ой, свечку нельзя забрать. День рождения, еще погоди, погоди. Сегодня твой день рождения, жди, сейчас я притащу этот. Огниво. А мне? Крысючечка, сегодня твой день рождения. Я назову тебя в честь этого. Так, погоди, дырку-то надо чем-нибудь заложить. Так, я еще умею залазить в инвентарь, что-нибудь. О, 10 жареной баранины, это мне надо. Так, с этого дня тебя зовут Снежок, потому что ты беленький с розовинкой. Нет, сахарная вата. Сахарная вата, мне нравится больше. Сахарная вата, с днем рождения, загадывай желание, сдувай свечку. Ты съел свечку? Нет, вот она, у меня в лапках. Это ты протестуешь, мол, ты не хочешь, чтобы ты старел, мой маленький сахарный ват? Нет, меня нужно покормить, я не хочу торт, я хочу мясо или сыр, что-нибудь, покормите меня. Надо ей показать, что я жрать хочу. Будь как хозяйка, ты все меня нюхай, ты все запоминаешь хозяйку свою. Знаю, ребята, что все вот эти вот крысючки, пёсики, собачки, они это различают людей только по запаху. Кто воняет плохо, кто воняет хорошо. Я пахну плохо или хорошо? Да, давайте ей покажем просто. Я достал кусок мяса и дам ей. Ты мне дала еду. А, или ты мне дала, чтобы я тебя покормил. Ой, чумаю, зайку. Ну ладно, накусай. Не хочешь, не понял. Надо мне с кровати слезть. Давайте вот сюда отбежим. Мне просто срочно надо вырасти. Ты что, на улице хочешь кушать? Ну на. Да не прыгай, я попасть не могу. О, вкусно. Меня покормили. Кусай, моя сладкая. Булочка, кусай. О, нормально я так вымахал, получается. Быстро я... Ну, конечно, столько стейков мне скормила. С этого дня ты на диете. Да, трэш. На какой диете? Я теперь здоровая крыса. Что она у меня в сундуке лазит? Не понял. Ведро молока у Скретчика. А ты пьешь молочко? Нет, это ведро молока, чтобы я превратился обратно в человека. Нельзя его трогать. Хочешь? На, дерзай, пей, моя сладкая. Где ведро? О, у тебя? Все, у меня ведро. Сделаем вид. И все, попили. У тебя. Моя зайка, ведро, давай. Я пойду еще молочка принесу. Ага. А почему мы у меня вообще дома находимся? Вообще спать надо ложиться. Уже темно. Нужно ей как-то намекнуть, чтобы она легла спать. Или я просто вот так вот упакуюсь вот здесь вот. Во. Все, я лежу здесь. О нет, я увидела этот колокол и вспомнила о том, что в Скретче потерялся. Да. Скретче потерялся. Не потерялся я. Я помогу. Да спать ляг ты, ёшкин-матрёшкин. Так. Там зомби куча, там куча зомби. Быстро спать, пока они не подошли. Все, я сплю. Я чисто здесь в уголочке, как мягкая игрушка, чисто такой лежу. Доброе утро, Лариска, крыска. Ты все еще пухленькая, я тебя сегодня кормлю. Я вообще-то сахарная вата. Не-не-не, подождите, у меня в сундуке есть сыр, я его ел. Нужно Фласочке намекнуть, что мне нужно сыра. Много сыра. Так, во, нюхаем. Ой. Вот. Ничего не видел. О, привет. Что такое? Ты хочешь к Скретчику? Почему? Вот, сундук, нюхаю. Что ты нашел вкусное в сундуке? Морковку, что ли? Нет. Так, там сыр. Нет, походу не то. А что? О, тут есть сыр. А зачем Скретчу? Не понял. Подозритель. Наверное, он хотел отдать мне сыр, чтобы я кормила свою миленькую крысючечку. Держи. Да и что она мне его скинула? Корми. Ты что, хочешь с лапок? Точно, в детстве же приручила. Хотя какое детство, ты всего-навсего потолстела, Лариса. Да не толстел я. Давай. Во, пошло. Кэшбэк, это я помню. По всей видимости, все мобы умеют. Ничего себе, неплохо. Правда, сыра что-то как-то маловато. Дай-ка я весь сыр возьму. Наверняка он весь для меня готовил. 12 сыра целых. Но если он закончится, он легко делается. При помощи ведер молока и чего-то еще. Дай ведро воды тебе. Ой, все, хватит. Топор, 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 дай топор, дай топор, дай, 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 дай. Да
Вон он! О, я его не увидела. Чё ты, маленькая моя сладенькая булочка, сразу начала пищать, как это самое? Я испугалась. Я чисто ругаюсь по-мышачьи. Какой сыр-то вкусный, не могу. Куда дед? Правда, наесться я им не могу. Ты тоже хочешь? На, кушай, моя сладкая. О, ай. Я самая полезная крыса. Так, нужно показать, что мы умеем. Так, мне нужен вход. Ой, надеюсь, она не увидела. Это что такое? Закладывай давай. Ты что хулиганишь в моем доме, ёшкин ты кот? У нас с тобой дома... Повернись, когда я с тобой говорю. Молодец, хоро... Повернись. Так, все. Я куда, трезубец? Не надо трезубец. Так, ладно. А ну, давай дырку закладывай, ёшкин ты кот. Сейчас заложу. Так, я сейчас в свои лапки возьму вот эту маленькую кирочку и добуду кусочек вот этого дома. И сейчас фласки притарабаню. Вот, несу. Я на... Вот ты мышонок. О, ты тоже принял. Утимая зайка. На, покушай. О! Молодец. Еще один топор. Зачем ты мне еще один топор даешь? Мой маленький сахарный пирожок, а? Какой сахарный пирожок? Я вообще-то мясная крыска. Так, а булыжник забрать? Кому я добывал-то, ё-моё? Да, что? Ты опять хочешь похвалы? Ладно, давай, на, кусь. Утимая зайка. Слышь, неплохо. Мне резко стало интересно. Ой, тихо, погоди. Резко стало кое-что интересно. Мне нужно очень много тинти. Еще погоди. Зачем ей тинти? Я не понял. Так, ладно, я вопросительно пишу. Что она делает? Нет, она сейчас тут всю деревню. Жрать. Не достаю. Все, это максимум. Фига, я достал нормально так. Я почти готова, крысюшечка моя, следи. Флип челлендж, или как он там? Я понял. Блин. Она просто решила профукать тотем бессмертия. Я не успела взять в руки ведро воды. Трышня, что нам делать с этим столбом? Погоди. Я ее не смущаю, что столбка как-то не снизу идет. Надеюсь, что нет. Все, фласк теперь часть этого ТНТ-столба. Но я ей помочь, к сожалению, не смогу. Но я могу, допустим, что-нибудь сделать с этим жителем. Житель, здравствуйте. Торгуется не очень. Так, а ну проваливай с кровати, я вообще-то помогаю тут. Не мешайте. Да, вот это занятие у флешки веселое. Смотри, я почти весь тинти свой вернула. Нет, сейчас разобьется. Ладно, ну хоть дома заспавнится. Алло, а ты что у меня тут делаешь, Валера? Я же его выгнал. Так, а ну иди забирай свой динамик. А давайте мы соберем и ей принесем все. Во. Крыска Ларысочка, ты хочешь кусать за то, что ты хорошо себя ведешь? Помогай. На свой динамит. Ой, меня еще покормят. Корми. Во. Это что за кэшбэк? Ты мне еще дала тинти. Погоди, это надо сундук, это все сундук. Фига, у нее там тинти. Я понял, так, а что у нее в инвентаре? Давайте посмотрим. Еще стак тинти остался. Нифига себе там насыпало. И куда мы бежим? Что такое, моя сладкая булочка? Погоди, мне нужно найти корову. Я, кажется, вспоминаю рецепт готовки этого сыра. Да. Нужно просто ведро засунуть в верстак, и получится сыр. Так, опа, потом. Во, я могу показать. Ну, а мне это ведро еще нужно для того, чтобы превратиться в себя. 7 сыра есть, моя сладенькая. Какая Ларысочка? Кто халюся, Лалиса? Кто халюся, Лалиса? Это я. Давай, корми уже. О, пошло. О, неплохо. А это мне нравится. Ну-ка, давай-ка мы это все наполним. Пусть у нас будет ведра с молочком, если что. Дома мы с тобой сделаем еще сырочек, если вдруг ты захочешь кушать. На улице еще не ночь, а я хочу спать, сладкая моя. А ты что-нибудь еще умеешь, кстати, кроме как кэшбэкать мне всякое? Так, я могу показать, что... Оп, я могу жрать. Лариса Гузеева, которая... Ты что, всеядная? Не, я просто землю жевать люблю. Ну-ка, Ларис, скопай-ка тут эту подземочку. Вот тут через дом. Куда? Я так не... А, ну ладно, я помогаю. Мне нужно это сделать. Давайте выкопаем. Ну-ка, Лариса. Ты такая хорошая, Ларисочка. Молодец. О, еще ведро. Кайф. Надо наполнить его молоком. Ну-ка, Лариска, наполни молочком. Так, ладно. Есть, сэр. Наполним молочком. Мне в любом случае одно ведро молочка понадобится. Так что свое я не могу отдавать. А вот и корова. Давайте оба наполняем и отдаем ей. О! Спасибо, Ларисочка. Ой, погоди. Я сейчас случайно покормила. Я сама покушать хотела. Нормально, случайно. Как можно случайно покормить? Не понимаю. Опа, Лариса, 5 сыра. Ну-ка, давай. Оп. Смотри, сколько у меня ведер.
ведер пустых. Я понял, мне нужно наполнить эту корову. Так, наполняем. И нужно теперь отдать ей ведрышки. Вот. Ларисочка моя Гузеева, ты просто молодец. Сейчас я быстренько сделаю сырочек. 9 штучек у нас есть. А теперь, Лариса, самый важный вопрос. Ты умеешь нюхать, знаешь, типа чисто как пес, который поможет мне найти Скретчика? А то Скретчик пропал, его уже нет сутки. Вот, могу нюхать. Вот, что-то она там учуяла, Ларис. Ей нужно дать понюхать что-нибудь от Скретчика. Сейчас. Я тебе дам понюхать его постельку. Да. Давай, вот, нюхай. А как мы меня найдем, если я это и я и есть? Так, взяла след, Лариса. Так, ну давайте сделаем вид, что ищем. Так, нюхаем. Веди меня, Лариска, веди. Вот, мы пришли. Так, значит, он поспал, сделал круг, каким-то образом влез сюда. Тут была дверь раньше, значит, да? Куда? Кто выбило-то в моем доме? Во, теперь все как было. Так, что было дальше, Ларис? Я в смысле? Я не знаю. Так, давайте понюхаем сундук. Нюхает что-то так. А потом, Ларис, куда он пошел? Так, ну давайте сделаем вид, что пошел куда-то туда. Ребят, нам нужно будет как-то беспалевно завернуть за угол и быстро выпить ведро молока, чтобы фласка не спалила нас. Давай, Ларисочка, помоги мне найти Скретчика. Так. Он внизу? Он внизу, я поняла, Скретчик! Ладно, давайте тоже спустимся. У меня хп не так много, так что нужно делать все максимально осторожно. Куда она полетела-то с такой скоростью света? Я понял. Подождем ее тут. А вот и фласка уже бежит. Ё-моё, так, нужно ей показать, что нам вниз. И где-то за углом снизу мы быстренько. Чуть не разбился, превратимся в себя. Блин, на меня и скелеты, и зомби бегут. Так, забегаем сюда. Фласка там бежит или нет? Пьем. Ларисочка, ты чё тут в тупик привела? Тут нет Скретч. Ты чё путаешь, походу? Блин, я не успел выпить молоко. Так, ладно, нужно куда-то бежать. Лариса, нюхай, где Скретч? Нам надо его найти. Давай, я за тобой. Так, давайте просто будем бежать. Я надеюсь, она отстанет в один момент. Лариса, помедленнее, я не успеваю, я ж тебя потеряю. Так, выпиваем молоко. Оба. Ларисочка, Лариса! Ты что дерешься, фласка? Погоди, а где Лариса? Какая Лариса? Гузеева моя. А, тут крыса убегала, я ее немножко убил. Ты ж мне ее подарил. Я тебе маленькую дарил, а это большая была какая-то. Вот я ее перекормила, она потолстела немножко. Ты чё? Блин. Что-то тут не складывается. Подозрительно. А чё подозрительно, чё не складывается-то? В смысле? Ларис пропал, ты появился. Это всё понятно. Я копался там в тупике. Бежит крыса. Я испугался, ударил ее, выхожу, а тут ты. С неё сыр выпал, с крыс выпадает сыр. Это ее дроп. Показывай. Так, ща. Оба. А, за что? Не, ну ты серьезно думаешь, что я настолько глупая и не пойму, что это ты был? Ладно, все, ладно. Это я. Да не убивай полсердечка. Я просто решил тебе помочь. На колени! Быстро на колени! И покайся, скажи, что я виноват. Я сейчас объясню. Я сделал крысиное зелье, чтобы тебя порадовать, помочь тебе, повыполнять твои задания. Вот, это первый раз было и последний. Это крысиный поступок, ты знаешь? Так я за крысу и играл. Это крысиный поступок! Извинись, моли о прощении. Ладно, подарю тебе настоящую крысу. Пойдем, найдем, поймаем и приручим. Давай, иди, я с тобой, я слежу. Хорошо, и я тебе дам очень-очень много ведер с молоком, чтобы ты могла кормить свою крысу бесконечно. Давай, веди меня. А где выход, ты помнишь? Ну, ты ж меня сюда привел. Ищи, давай, на нюх. У тебя крысиные инстинкты остались, наверное. Давай. Да. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, в особенности на Фласочку. Да, можете только на нее подписываться, на меня можно не подписываться, вот. Вот именно, только на меня, потому что крысиный поступок превращаться в крысу. В общем, всем удачи, всем пока. Спасибо. А чтоб неповадно было, пусть теперь у тебя в жопе будет 4 дырки. Спасибо.